к лжи, но шариатским логом.
Если человек скажет, что он сам придумал эти убеждения, или эти слова, или эти дела, то никто не последует за ним. Поэтому люди украшают их корявскими или исламскими лозунгами, или же словами. Поэтому следует за ними тысячами, а то и миллионами. Сафара, инни хулепту каблякума. Шайтан им говорит, что я был сотворен перед вас. То есть мы знаем, что эту землю населяли джинны до сотворения человека. И когда они совершали нечестие вот на этой земле, Аллах уничтожил их, кроме некоторых. И после Аллах заселил эту землю людьми. Поэтому здесь он говорит, что Аллах меня сотворил прежде вас, и я лучше вас знаю. То есть он обманул, поклялся Аллахом, и Адам, алейхиссалам, поверил ему. Также посмотрите в Коране. Аллах, описывая ситуацию, очень страшную ситуацию, которую мусульмане не могут представить и не хочет представлять. То есть, когда человек застает свою жену, совершая любодеяние с любым человеком, мужчиной. Что в такой ситуации? То есть, и нет других свидетелей, кроме мужа. Нет свидетелей, кроме мужа. Аллах Аббисов говорит, «Валлябин ярумуна зваджам, валям якун лягун шурада, илья амфасум». То есть, те, которые обвиняют своих жен, вина. И у них нет свидетелей, кроме самих себя. Что делать в такой ситуации? «Кашахадату ахадихим арбару шахада билля». То есть их свидетельство считает, когда он дает клятву именем Аллаха 4 раза. То есть «Виллахи аннаху ямин ас-садиқин» 4 раза клянется Аллахом, что он каутил. «Валхамисату анна ла'нату Аллахи алейхи мин кана мин аль-казибин». И 5 раз клянется, что то есть, и говорит, что проклятие Аллаха над ним, если он служит. Вы посмотрите, эта ситуация очень страшная ситуация. Любой человек, который ревнует свою жену, не может даже представить, не допускает в свою голову такую ситуацию. А если вдруг это случилось? Посмотрите. Что тут решает? Клятва именем Аллаха. Клятва решает этот спор именем Аллаха, потому что Аллах не может клясться именем Аллаха, обманывает кого-либо. Но, к сожалению, сегодня это очень сильно распространилось. وَيَدْلَ اللَّهَ عَنْهَ الْعَدَادِ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَادِ. Также женщина, вот эта женщина, после того, как этот человек принесет 4 клятв, что он прав, что он видел это предварение и так далее. То есть, что защитит эту женщину от наказания? Опять-таки 4 клятвы именем Аллаха. И 5 клятва, что гнев Аллаха над ней, если он правдил. А если оба они поклялись, обязательно один из них лжет. Тогда их разводят. То есть, мы знаем, что мусульмане даже на суде, когда произносит ямин, то есть клятву именем Аллаха, это принимает. Я могу рассказать вам то, что я сам на самом деле видел человека, который воспитан на исламских традициях. Это Саудовский Аравий, то есть когда я поехал, у меня был просроченный виза. Но самолет у меня был только через 2 недели. И как раз, когда я ехал в аэропорт, нас остановили полиция. И этот человек говорит мне, у тебя просроченная виза, нужно как бы заплатить штраф и забрать тебя участвовать. А я ему объясняю, что я еду в аэропорт. То есть, где-то минут 10 мы говорили, и в конце он говорит, так мирись от Аллаха, что ты едешь в аэропорт и улетишь сегодня, то есть утром. Я поклял. И он отпустил меня. То есть они знают,
Что такое клятва Аллахом? Что мумин не может поклясться Аллахом и лгать. И он поверил, следуя хадису посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَمَنْ حُرِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَيَرَى. А тот, кому поклялись Аллахом, он будет доволен этой клятвой. Это что касается главы тех, которые не удовлетворены клятвой Аллаха.